Алена Гизовская в преддверии Рождества пребывает в очень мечтательном настроении. Впрочем, как и всегда. Но какова же тема ее сегодняшнего вопроса? Сегодня она решила пофантазировать и узнать, как бы жители нашего города, внимание, воспользовались машиной времени. О том, как реагировали гродницы на такой необычный вопрос, узнаем прямо сейчас. Скажите, что бы вы делали, если бы у вас была машина времени? Такие вопросы, ребята, интересные вы задаете. Так, что бы, если была машина времени? Ну, конечно, заглянуть в будущее – это очень интересно. Вот что будет, как нам пророчат там в 50-м году, доживем ли мы до этого. Вот. И, конечно, бы обязательно вернуться, может быть, в прошлое, которое, ну, какие-то моменты, которые очень интересные, вот по событиям историческим, предположим. Ну, наверное, так. Ой, не знаю, остановила бы ее, чтобы быстро не бежало время. А то сегодня, смотрите, Новый год так начался, сегодня уже 5 число. Как быстро, да? Ну, не знаю, еще что-нибудь придумала бы, наверное. Если бы была, тогда бы если придумали. Да, тогда была, тогда и придумала. В будущее или в прошлое больше хотелось бы? Больше, наверное, в прошлое. Наверное, в прошлое. Ну, у меня мой прадедушка рано умер, хотела бы посмотреть на него, видеться с ним. Вот. С своими родственниками. Что бы вы делали, если бы у вас была машина времени? Наверное, бы окунулась в детство. Потому что... Было веселее, было больше снега, мороза. Не так, как сейчас у нас. Во, силой выгнала на улицу. Приехали же девятовки сюда, чтобы побегать. То целыми днями только за компьютером сидят, а так? У нас не было такого. Мы приходили поесть только. Обратно выходили на улицу целыми днями. Не загнать было, со слезами на глазах. А это со слезами на глазах надо на улицу выгнать. Ты знаешь, что такое машина времени? Нет. Не знаешь, что такое? А как ты думаешь, что это такое? Вот порассуждай. Это туда залазишь и в другое, и в будущее попадаешь. Только в будущее, да? Да.